поздравляет вас с юбилеем. Теперь уже совсем давно, недалеко от 31-й школы, которая тогда едва открылась, в степном поселке на Лозок юношеская библиотека появилась. 45 лет прошло с тех пор, появился интернет, и найдешь в сети что надо. Но замены книжки нет, даже пусть и очень старые. Пусть книги не умрут и не истлеют, и мудрость вековую нам несут. И тем, кто дело с книгами имеет, спасибо вам за ваш нелегкий труд. Сегодня юбилейный день рождения. Вас поздравляем и желаем от души быть в тренде много-много лет. Еще желаем развиваться, на месте не стоять, меняться, чтоб круг читателей лишь рос, на книги снова был бы спрос.